Так, 28 октября 2023 год. У нас в кадр попадает Луна с затмением 22.54 по Кео. И Юпитер рядышком. У нас частичное затмение Луны. И у нас Юпитер, который, в общем-то, очень недалек от противостояния. У нас 3 ноября, по-моему, противостояние Юпитера. Так. 595 миллионов километров сейчас до Юпитера. И, в общем-то, даже если мы дотянем до противостояния, у нас будет те же самые 595 миллионов километров. О, отлично, отлично. Полосы я вижу Юпитера экваториальные. И вижу галилеевые спутники. Но не знаю, если это будет видно там в Ютубе, в ТикТоке. Да, но гораздо более редкое явление у нас это затмение Луны. Ну, пускай даже частичное. 2 дня у нас дожди. Давайте сейчас посмотрим. Выдержку меняю, уменьшаю выдержку, будет чуть темнее, но зато более явно. О, красота! Так, это у нас ладно, хорошо, слишком затянулся у нас, по-моему, уже ролик. Пускай будет так, сейчас еще один сниму. 28 октября 2023 год. Запорожская область возле города Ореха.